Datsun – японский автомобильный бренд, который появился на рынке еще в начале 20 века. Компания DAT занималась производством тракторов, потом перешла на машины, а затем бренд выкупил Nissan Motor Corporation. Это надежные и красивые автомобили, привлекательные для нас своей низкой ценой. Их можно назвать антикризисным спасательным кругом. К тому же у них масса достоинств. Высокий дорожный просвет, доступная стоимость владения, доступный сервис, высокий уровень оснащения автомобилей по отношению с конкурентами. На российский рынок Datsun вышел в сентябре. Сейчас представлены два варианта машин – седан Ondo и хэтчбэк Mido. Эти автомобили сочетают в себе надежность, качество, современный и оригинальный облик, а также технические характеристики, идеальные для российских условий. Несмотря на то, что бренд появился у нас совсем недавно, проблем с комплектующими не возникнет. Уже у нас можно заказать любые абсолютно комплектующие. Это недорого и доступно. Потому что автомобиль собирается в России, из-за этого доступная стоимость сборки. Создавая салон машины, инженеры позаботились о том, чтобы он был действительно удобным. Климат-контроль и бортовой компьютер, подогрев передних сидений и лобового стекла, датчики дождя и света, парктроник, навигация. То, что раньше считалось дорогими опциями, теперь стало новым стандартом. Бюджетно не значит плохо. Убедитесь в этом сами вместе с компанией NATS Group.